Ребзи, исходя из последних эфиров, у меня директ завален просто одним сообщением. Рома, ты охренел, что ли, вообще? Ты и так квартиру выиграл, ты еще и хочешь на халяву ремонт? Друзья, если бы вам предложили ремонт на халяву, я думаю, никто бы из вас не отказался. И все бы, собственно, как и я, ждали бы того самого заветного дня, когда этот ремонт на халяву, собственно, был бы сделан. И никто бы из вас, абсолютно никто, ни один человек, не потратил бы своих ровных денег, если бы предоставилась такая возможность. Разве нет? Поэтому еще раз переосмыслите вот эту всю историю, и перед тем, как мне написать подобное сообщение, задумайтесь.